Ну чё, снеговичок? Пиздец, блин. Сейчас я скажу, чтобы дверь открыли, заедешь. Хорошо, давай. Вот такая красивая погода у нас. Сегодня уже 11-й день. Второй день снегопад работаем. До этого хотя бы пасмурно, но сухо было. Строим легенду. 3 на 6. В одном торце вертельная, в другом торце форточка, форточный блок, поликарбонат новатора, защита сот, система подвески, то есть стандартный набор, который нужен для садовода, для эксплуатации теплицы. Установлен навруз, еще якоря забьются. Такая красота. Осталось врезать форточный блок сверху и натянуть систему подвески. Ну, по мелочи там забить поле и так далее. Раскрепиться. Брус у нас стоп пропитан антисептиком. В чем преимущество данной теплицы? Это прямая стена, 1,80 м, можно расположить вот в этой теплице именно грядки буквой Ш вдоль стены и получается так, 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 так и так. Самый оптимальный вариант размещения в такой большой высокой теплице. Делаем форточный блок, делается обрамление с уголка, накручиваются сверху опорные уголки. И уголок длиннее, он подрезается и загибается наверх. Система подвески готовится. В теплице механтепло, да? Ну, теплее, чем на улице. Парта идет. Снег и тепло. Плюсовая температура и тепло. Ну что, готова теплица, сдача, уборка, инструмент. Что у нас в этой теплице есть? Форточка торцевая огромная, 880 на 800. На ней ручка-замок двухсторонний. Крючок с той стороны, чтобы эту форточку фиксировать. С другого торца у нас цельная дверь, двухсторонний замок, крючок. Диагональные усилители, якоря забили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Система подвязки. Трос над одной грядкой. Два троса над центральной грядкой. С другой стороны тоже трос. Трос идет мощный. 3 на 4. ПВХ опрятки. Тавреты для натяжителей специально. Сверху форточный блок на термоприводах, который сам открывается, закрывается. Каркас. Оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. Несущие арки 40 на 40. Полимерно-порошковый цвет 80-17. Вот такие красивые вставы шиваются для жесткости в каждой арке. Также есть горизонтальный усилитель, так как арка разборная. Собирается болтами М8, шайбами. Заполнение 20 на 20. Переливы. Обрамление торцов, там снежок идет, все в комплекте. Поликарбонат вот эти плитки новатора 0,75 плотности. Завод-изготовитель Казань Совпласт. Ну, вот вроде бы все. Крепление шайбы с клапом, с резиночкой здесь. Обрамление торцов вверх-вниз. Ну и соответственно, конечно, защита сот. Перфолента торцевой профиль. Дверь цельная. Фиксируется на крючок. Вот так вот. Ну, все. Вот такая красота получилась. Ставьте палец кверху, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Будем очень вам рады. Теплица еще установлена на брус. 100 на 100 пропитана антисептиками. Михаил, скажи что-нибудь о теплице. Ого, правильно.